спрашивают, откуда деньги на кривоногих. Более миллиона штрафов выписали в России с начала пандемии за нарушение антиковидных мер. Как избивали-то всех без масок. Видели, сколько видео. А вот Роскосмос предложил отказаться от МКС из-за дороговизны. МКС дорого, а кривоногая недорого. Нормально. Прекрасно. Меня, знаете, что еще вот прям сильно напрягает? Вот напрягают вот эти вот морячки. Еще раз хочу показать. Да, морячков вот этих. Вот. Смотрите, сразу же, когда думаешь о подвиге, допустим, стерегущего, да, или о других кораблях, которые носили красивые, серьезные названия, да, там, например, там сторожевой, да, с саблином, да, ну, стерегущий, который уже назвал, зоркий и прочий, да, то сразу по-другому воспринимаешь уже эти названия, стерегущий, кто кого стережет, там, кривоногую стережут, стерегут, чтобы налево не пошла от Путина. Жуткие какие-то мысли в голову приходят. Так все падло изговнял этот. Просто жуть какая-то. Вот все прям обосрал. Я думаю, что какие-то демоны вообще этого Вову послали для того, чтобы он даже русскую самоидентичность разрушил. То, чем занимается Путин, это разрушение русской самоидентичности. Еще пусть будет цитат сегодняшнего дня, да? Потому что, ну, после Путина русские будут другими. Абсолютно другими. Стерегущие кривоногих, да. Стерегущий кривоногих. Катер бесстыжий, да. Вот, блин, смотрите, новый пошла, пошел новый мем. Давайте название дадим катерам и кораблям военно-морского флота, который кривоногих охраняет. Но мы же знаем, что стоит напротив путинской Бочарова ручья, напротив путинского, все время безвылазно стоит корабль военно-морского флота. Если уходит один, приходит другой. Это и сторожевые корабли, большие сторожевые корабли, да, и это может быть и противолодочные корабли, даже крейсера стояли. Когда Вова там в Бочаровом ручье, как можно определить, что он там стоит напротив пароход, вот этот здоровый, который крутит вахту, и там, я понимаю так, что акустики сидят, слушают воду, а то вдруг там кто-то проплывет и крутится, РЛС смотрит, чтобы ничего не прилетело, да, и так далее. Ну, и не приплыло, конечно, потому что там еще и морские РЛС. Крейсер стыд. Да, причем надо еще с матом. Стыд. Вот как крейсер. Вот, двойное название такое красиво, да? Гребаный стыд должен крейсер называться. Гребаный стыд. Очень хорошо. Бесстыжий. Бесстыжий тоже хорошо. Но это, вы знаете, это все-таки для там эсминца или для, лучше для сторожевого корабля. Сторожевой корабль бесстыжий. Очень хорошо. Невменяемый. Хорошее название. Давайте. Сторожевой корабль «Сутенер». Это уже нет. Это малый ракетный крейсер. Только такое название должно быть у малого ракетного крейсера. «Сутенер». Очень хорошее название. Противный. Противный тоже. Да, с этим названием кораблей очень можно повеселиться, конечно. То есть выбрать корабль «Гребаный». Просто сторожевой корабль гребаный. Гребаный, наверное, все-таки буксир должен быть. Военный буксир, который таскает на себе этого Кузю, да, курящего, гребаный. Или авианосец должен называться гребаный. Укупник уже предлагали. Нет, святой укупник, бля, корабль. Но это должен быть крейсер, как минимум. Да, такой вообще рейдер такой. В одиночное плавание такой, который гоняет все время. Фрегат «Озерный». Блин, вообще елдовой, елдовой. Тому нечего черта искать, кого черт за спиной, Гоголь. Да, это вечера на хуторе близ Диканьки, это точно.